Вы со мной, с вами я, значит, всем врагам пизда. Всем привет, мои хорошие, меня зовут Алексей, и получим супероружие Альянса. Жиль, братан, здорово. Водная карта, линкор императора. О, ща порвем его. Ток-ток, командир. На корпусе моего ускорителя написано ваше имя, и вам ничего с этим не сделать. Жиль, братан, у меня на линкоре императора твое имя написано. Ты даже не представляешь, что тебя ждет. Разумеется, у противника есть несколько баз, но нашим линкорам будет похеру. 2, 3 базы, 4, да хоть 24, ёпта. Значит, давайте завода по карвойстерам, делаем улучшения и, разумеется, сейчас сделаем экономику, ребят, пойдем в атаку, в этом плане все хорошо. Есть смысл также позахватывать дополнительные припасы, что, разумеется, очень приятно. Ну и, разумеется, давайте продолжать развивать нашу базу. Во. Но, разумеется, вначале у тебя денежек нету, нихера нету. Вот, заплати, видимо, кучу канную монету, но так или иначе, двигаемся дальше, захватываем дополнительные припасы и все будет хорошо. Во, мой господин, мой император. Жить, братан, здорово, здорово. Ты быка, я корова. Я быка, ты корова. Ёпта, че я несу? Алёша, 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 кстись. Значит, давайте то же самое напряжение, и тогда уже можем будет строить наши линкоры императора. О, да, детка. Во, неужели? Давай, давай, давай. Давай, подойди поближе. Тара-тара-тан. Давай, ты чё? Ты чего? Таскай давай! Денежек ни хера нету! Не, вообще поражаюсь, всё как было... Денег нету, не стоят там в развалочку что-то. Давай туда-сюда! Давайте две верфи, я думаю, что потянем. Они, кстати, стоят недорого. Они стоят 2200, по-моему. Вот, если брать того же владыку Страпуни... Блять, он стоит 3000, да? А линкор-то раздает. О! Давайте двигаться дальше. Делаем также нанокомпуктор. Вот, чтобы дота не тормозила. Ну и, разумеется, наши верфи и могучие крепки. Опять же, разумеется, их надо также улучшать, там, дрочить и прочие прелести жизни. Но когда у нас уже будет все готово, тогда уже будет все хорошо. Все готово, хорошо, нанокомпуктор. Во, неужели? Значит, давай, 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 давай. Напряжение, будем надеяться, что... Ну, должно, пожалуй, хватить. Вот, так что в этом плане... Во, неужели? Значит, делаем улучшение и, разумеется, потом уже нон-стоп, да? Линкоры императора, вот они, мои хорошие. Делаем улучшение и можно понаблюдать за тем, как Жиль живет свои последние, там, не знаю, 5-10 минут, потому что дальше будет только боль и унижение. И даже, разумеется, супероружие его, похоже, не спасет. Вот это да! Страшно! Я боюсь! Нет, нет, не боюсь. Во, неужели? Продолжаем делать улучшения и уже почти-почти готовы начать строить наши супер-корабли. Да неужели? Давайте продолжаем. Жиль, супер-оружие я тоже хочу. У вас есть, похоже. И, я не помню, мы это зарабатывали или нет. По-моему, да. Ну, а опять же, неважно. Опять же, не важно, потому что у нас есть линкоры, а большего нам, собственно, и не требуется. Во, неужели? Остается ждать и пойдем в атаку. Давай, 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 давай. Заказываем, разумеется, побольше и... Жиль, ты чего? Нихера себе, он строит и строит просто нон-стоп. Братан, успокойся, успокойся. О, сейчас доберемся. Ой, настал наш день. Да, по плану, линкор императора. Во, давай, 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 мои хорошие. Ой, сейчас, сейчас. Смотри, просто плаваешь, они сами раздают. Давайте, мои хорошие, давай. Жучь, давай. Как будет угодно, да? Во, начинает раздавать. То есть вообще можно просто плавать, как дурак, блядь. И как бы в этом плане все хорошо. Но опять же, видишь, они не жамкают здание, да? То есть здание надо подконтроливать. Разумеется, противник такой смотрит. А что там есть у Алёши? А что там такое? Скоро у меня будет второй ускоритель, дружище. Ну и что вы на это скажете? Да пошел ты нахер, сейчас мы его пожамкаем. Давайте, разумеется, раздавать по его зданиям.
Базу пока не трогаем, потому что у нас не так уж и много линкоров, да, разумеется, она также будет сворачиваться, дрочить там, да, и так далее. Поэтому давайте убивать его здание и продолжаем двигаться дальше. Бляха, денежек не хватает постоянно. Давай, 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 мой хороший. Настал наш день! Настал наш день! Ба-ба-ба-ба! Линкор императора! Во, давайте продолжаем раздавать, разумеется, и двигаться дальше. А, по идее, можно уже на следующего противника пойти, да, ребят? Почему нет? Ага, ага. Значит, давайте фокусим базу ту же самую. Во, и двигаемся дальше. Давайте, парни, давай, продолжаем раздавать. База такая, не, парни, я сваливаю. Разумеется, нам остается только добивать его здание и двигаться дальше. Во, можно сразу, собственно, пройтись по зданиям противника и тогда уже особо не заморачиваться. Так, ну что у нас там по линкорам? Давайте пойдем уже на следующего противника. Разумеется, базу не атакуем, потому что она будет сворачиваться и попытается свалить, да? Ну а когда у нас линкоров станет побольше, тогда уже можно будет пойти в атаку. Вот, давайте, парни, двигаемся дальше, разумеется, и продолжаем раздавать. О, давайте, брутальные парни, буч, 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 буч. Разумеется, не видите, также зарабатывают звания, что только усиливает, там, не знаю, тот же дэмэдж, там, здоровье и так далее. В принципе, можно особо не заморачиваться, разумеется, противник там продолжает строить супероружие. Он, похоже, вообще не понимает, куда он попал, да, то есть он как бы видит, что кто-то его убивает, да, но продолжает по наитию, там, не знаю, по инерции строить свои супероружия, но это его, похоже, не особо спасает. Давайте, разумеется, фокусить его здание и ни в коем случае не атакуем пока что базу, потому что, опять же, она будет сворачиваться, сваливать, это нам, разумеется, не нужно. Во, значит, давайте двигаемся дальше и продолжаем раздавать. У противника остается... Нет, давай, база, 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 давай. Мы поедем, мы помчимся. Разумеется, раздаем по базе. Видишь, он постоянно какие-то здания там подстраивает, поддрачивает, да? И это не очень приятно. Во, давай, во, давай, 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 валит, валит. Нас не догонят. Давай, 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 давай. Почти, почти, о, неужели, обалдеть. Добиваем его здание, и тогда следующая база противника будет... уничтожено. И, разумеется, здесь уже остается не так уж и много. Разумеется, там противник пытается убить нам наши линкоры, но это, похоже, не особо спасает. И здесь также корабли наши продолжают раздавать. Разумеется, не забываем наши линкоры забирать с базы. Видите, скорость составляет желать лучшего, поэтому местами приходится подконтроливать. Ага, ага. Продолжаем раздавать, значит, и двигаться дальше. Ну что, ребята, получается, у противника остается только три базы. Разумеется, наши линкоры убивают его здание. Давайте нападем, попытаемся напасть на базу. Опять же, она будет сворачиваться, сваливать, что, разумеется, не очень приятно. Но так или иначе, дэмэдж бешеный и надеемся на лучшее. Давай, 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 давай. Разумеется, очень важно ее зафокусить, да, иначе она свалит и гоняться за ней такую себе удовольствие. Но так или иначе, мы это сделали и остается только добивать и двигаться дальше. Во, парни, давай. О, там целая толпа уже наших бойцов. Разумеется, давайте базу. То есть, получается, видите, мы убиваем базу, тогда он уже попросту строить ничего не может. И это не может, опять же, не радовать. Давайте убивать его здание и, собственно, получать удовольствие. Давай, парни, давай, 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 продолжаем раздавать. База такая, нас не догонит, нас не догонит. Но, опять же, у противника остается буквально пару зданий и уже можно ликовать от нашей победы, да? Во, неужели? Двигаемся дальше и продолжаем жамкать базу противника. Ну что, моя хорошая, будешь сворачиваться? Такая решила, не, нахер, короче. Я, похоже, не успеваю, да? Обалдеть. Пару зданий остается, ребят, не более того, и уже победа будет за нами. Во, давай, давай, завод по харвестерам. Обалдеть. Ага. Вася, давай, до свидания. Хм, в следующий раз я привезу что-нибудь получше протонного ускорителя.
Жильда, пожалуйста, привози, что хочешь. Наши линкоры уже готовы, да, собственно. Такое вот небольшое задание, разумеется, ребята. Одно удовольствие оплавать, раздавать с большого расстояния. Дэмэдж бешеный, выживаемость хорошая. И, как бы, опять же, только одно удовольствие, не более того. Давайте, разумеется, прощаться с вами до следующих видео. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.